Мы сегодня собрались на уникальном мероприятии, которое посвящено уникальным людям, уникум 21 века. Чем вы уникальны? Расскажите, пожалуйста. Вот, честно говоря, вообще не понимаю. Честно, откровенно говоря, не знаю, почему меня сюда пригласили. Обычный абсолютно человек, музыкант, обычный автор, исполнитель. Вот, вы знаете, вот в творческом мире таких, как я, очень много людей, которые пишут, сами исполняют. Поэтому не знаю. Хорошо, расскажите про свое творчество. Чем вдохновляетесь? Что пишете? Как давно пишете? Очень объемный вопрос. Я думаю, что артиста в первую очередь определяет его творчество. И для того, чтобы узнать, кто я и что я, лучше посмотреть, конечно, мои видеоклипы. Потому что разговаривать можно много, но лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать. А как вы развили в себе талант? Продолжая тему уникума, да? Да, я же беру у вас интервью, значит, вы чем-то зацепили. То есть, как вы в себе это развили, талант, как вы научились петь? Расскажите свой творческий путь. Очень приятно, что для вас это так, что это действительно что-то особенное. Мне очень льстит. Честно говоря, для меня то, что вы называете уникальностью, для меня это абсолютно обыденная вещь. Я просто с детства пою. Придумываю что-то, сочиняю. С течением времени я начал записывать свои композиции в демо, в стол. И через какое-то время вот моя мечта, то есть я просто мечтал петь, но то есть она была такой вот очень домашней мечтой. Я что-то пытался делать, но у меня ничего не получалось. Потом я это все дело бросил. И вот буквально пару лет назад снова открыл в себе такое, знаете, когда ты находишься уже в состоянии, когда у тебя все сложилось в жизни, в принципе, ну вот у меня была работа, какая-то стабильность, планы на будущее, но был только один момент, у меня не было моей исполненной детской мечты. И я подумал, что а почему бы вот не попробовать, вот, наверное, если не сейчас, то уже никогда, и потому что все-таки в 26 лет я все это начал. Для меня это уже мне показалось, что этот возраст, когда уже определяются люди, то, с чем они должны связывать свою жизнь. И вот я попробовал в последний раз, и вот все получилось. Я пою с тех пор, пишу и записываюсь профессионально, выпускаю клипы. Мои песни звучат в хит-парадах, и вот так все произошло. Вот мы сейчас находимся в доме Джуны. То есть это человек, который открывал всем свою душу, лечил своей душой, вот у него там картины. Для вас музыка это тоже про свою душу, своей душой со зрителями? Безусловно. Музыка это вообще такая материя, которая создается душой. Часто творческие люди называют песни душами своими. Ну, то есть это маленькая частичка души, которую ты отпускаешь в мир. И то, чем ты хочешь поделиться, о чем рассказать, так как все песни пишу я самостоятельно, я знаю, о чем они. И у каждой песни, на самом деле, есть прямая задача. Честно говоря, раньше, когда я писал песни, неосознанно, я много высказывал каких-то грустных мыслей, и из-за этого присутствовала в моей жизни какая-то меланхолия. Но когда я начал понимать, что та энергия, которую ты запускаешь в своих песнях, если это позитивная энергия, то ты сам будешь впоследствии ей от нее подпитываться и будешь думать позитивно. И то есть, ну, я веду это все к тому, что мои песни достаточно осознанные, от души и направлены на то, чтобы они исцеляли людей, дарили им. Правда. Потому что музыка, она дарит впечатление, настроение и заряжает. А встретили ли вы здесь по-настоящему особенных людей? То есть вот вы пока здесь находились, может быть, с кем-то удалось пообщаться, вот. Это вызвало у вас какое-то вот личное подозрение, что у него есть какие-то там способности? Откровенно говоря, не успел. Вот мы приехали, выступили и сразу общаемся с вами. Ничего еще не успел. Может быть, надеюсь, что встречу. Хорошо. А сам дом, как вам, дом Джуны, музей, который вот тут пытаются... Ну, мы приехали с моими ребятами, под впечатлением большим, конечно, да, да тут... Да.
тут все наполнило какой-то энергией, и когда вот мы пришли в гримерку, там были какие-то вещи, лежали, и каждый раз, когда начинал звонить какой-то телефон из чужой сумочки, мы все время так что откуда, ну, то есть какое-то присутствие, какой-то посторонней как будто бы энергии, духа, да, какого-то, который сейчас может в любой момент сдвинуть там предмет со стола, то есть вообще, ну, то есть здесь такое ощущение просто витает в воздухе. Безусловно. Хорошо, а вот такой еще вопрос. Мы собираемся проект «Уникум» развивать, то есть превратить его как некий фестиваль для уникальных людей, где каждый может прийти и показать свою уникальность. То есть, допустим, не только спеть, танцевать или показать свои там способности, но еще и книги презентовать, стихи, вот такие вещи. Планируете ли вы участвовать или просто смотреть, следить за этим проектом? Конечно, безусловно. Так как я уже оказался в этой истории, мне будет очень интересно продолжать участвовать. И я ведь, кроме всего прочего, еще и режиссер, я снимаю клипы. Да, самостоятельно. И по образованию я, в общем-то, режиссер, по-первому. Поэтому, конечно, мне, я думаю, что будет еще чем здесь как-то связать себя. Кроме всего прочего, у меня большое количество, я думаю, как у любого музыканта, творческих людей вокруг, которым я тоже думаю, будет интересно наверняка здесь поучаствовать. А вот в этом доме можно было бы снять клип? Не один, я уверен, не один, точно. Ну, для своих песен. Ну, вот прям вот такой идеи, которая бы вот сразу на меня, меня бы вот прям поймала бы в этом месте, нет. Скорее вот здесь хочется что-то придумывать, но вот прям вот что-то для себя связать, мне кажется, пока что нет, может быть, впоследствии. Хорошо, спасибо вам большое за ваши ответы. Было очень приятно с вами познакомиться. Взаимно. Спасибо большое вам. Вот, можете помахать туда. Мам, пап, привет. Хорошо.